Я считаю, что вообще с живым деревом работать нельзя. Это табу. Это как бы грех от Бога хсавой таригаду. Фала, когда дерево умирает для природы, если приложить немного усилий, можно оживить для людей. Каждая веточка, попавшая в руки нашего мастера Виталия Седакова, обретает надежду на продление жизни во благо человека. Ну и посмотрите вот на текстуру. Если ее обработать, вид придать, кору не трогать, потому что кора... Не знаете, какая красота может. Вообще дерево это очень красиво. Это когда работаешь, даже один запах дерева, вот, не знаю, сильно нравится. Дом семьи Седаковых и мастерская, и музей. Здесь можно встретить огромные корни от столетних деревьев, ветки высохших берез, груду ржавого металла. Казалось бы, что дельного может выйти вот из этой коряги. Но, как говорится, ловкость рук, и в доме Седаковых появляется Ирон Фынг. Когда вот в руки попадает, будь то корень, кость, рог, не имеет значения. И ты думаешь, вот зачем он мне нужен? И положил. Выбрасывать никогда нельзя. Потом в какой-то момент приходит время раз, и вот ты понял, вот оно, то, что ты искал. Этим делом охвачена вся семья Виталия Седакова. Сын Казбек все свободное время проводит в отцовской мастерской. Идеи с эскизами подкидывает младшая дочка. Это мне тоже... Набрасывает она вот это все. Потом мы их распечатываем и как бы для себя. Больше всех довольна хозяйка дома. Для нее сын с мужем смастерили полочки и отделали кухонный шкаф. Здесь ничего не выкидывается. Из ненужных кусков получился вот такой набор разделочных досок. Часто слышишь за столом, или как бы, что ну, араку любят подогретый. И... Мы так подумали, а почему бы не сделать так, чтобы младший не бегал там, подогревал, а уже за столом как бы подогретое было, в общем. Мы решили сделать вот такую вот вещь. Сюда вставляется маленькая такая свеча под араку. И в процессе застолья арака постоянно теплая. Некоторые места специально оставляю незачищенными. Это, знаете, как объясню, это не из-за того, что так должно быть. Просто еще мой отец мне говорил, если ты что-то делаешь, ты должен уже видеть конечный результат, и оно у тебя в голове созрело, ты просто собираешь. И вот я просто вижу конечный результат, даже вот здесь я вам его покажу. Вот где-то, где-то светлее, где-то темнее. Здесь то же самое. Здесь темнее, обжиг сильнее. В коллекции мастера имеются очень серьезные изделия. Одно из них – лук со стрелами. Этот изготовлен из прочной древесины – ольхи, по своим качествам не уступающий даже металлу. Когда ольха высыхает, в нее невозможно забить даже гвоздь. Для меня разницы нету с дерева делать, с металла. Что захотелось, к чему душа лежит, вот то и делаешь. Определенно сказать, что я только с деревом работаю или только с металлом, ну, такого нет. Вот здесь вот есть кинжал. Сейчас тут уже работа с кожей, делаю ему ножны. Увлечение Виталия Седакова сложно назвать бизнесом. Все, что он делает, это больше для души. Точнее, в каждом изделии кусочек его души, которую он не жалеет для окружающих. Я никогда ничему не обучался. Оно, я не знаю, я скажу так. Я больше объяснить никак не могу, потому что я никогда ничем не занимался таким вот именно. Моя работа была, я производственник, на производстве практически лет 15-20. А потом, когда оттуда... Ушел. Ну, как-то получилось так, не знаю. Между тем, заказов у ремесленника очень много. Его работы знают далеко за пределами Северного Кавказа. Москва, Санкт-Петербург, Ставрополь, Сургут, Астана. Эти города в ближайшее время ждут уникальные произведения искусства в исполнении осетинского мастера.